Что ты мне расскажешь? Чего ты ожидаешь от этого заведения? Я ожидаю быстрого обслуживания, но что-то его уже нет. Но что-то уже не оправдывает себя, да? Может, если мы будем так мотать головой, они заметят, что мы ищем их тело? У тебя шея, так что не мотай. Я разминаю. Продолжает жить его детище, его творение Петербург.
Вот мы ходили по Большому дворцу и видели там кресло клозет, да? А у Петра не было кресла клозет. У него были коморки клозеты. По свинцовым трубам эти стоты финские жали смывали. В коморках клозетах сиденье кожаное, сафьяновое. Все, ластухом шерстяной ткани отбито. А куда? Все туда далеко трубы. А что, не плавали, купались, не куда? Вот это вообще на полукрасть, я не вижу. Ах, парадиз, говорил Петр Первый. Ах, как ему это место приглянул. И частенько во время путешествия по морю, мы знаем, что Петру это очень нравилось. И сердца такие. Ну, пойдемте в садик, выйдем. Фонтаны у Мотлизира посмотрим. Это вот реликвия. Вот. Но когда бои велись во время войны, с Кронштадта дважды десант высаживали, оба раза провальный. Молодых мужиков. Они подписывали добровольно, что согласны десант. Оба раза, наверное, гибель отправляли. Уже только в январе 44 года удалось Петербург окончательно освободить. Бомбили уже любой ценой очень врага таких территорий. Вот еще одна коморка положили. Вот здесь кухня была в командиру Петра. Так же каплями украшена, вытяжка толпа. Вы тоже были сейчас стрельно, тоже там эти разные блюда голландские, а вареные блюда английские. Вы знаете, вот ты когда находишься, думаешь, ну это сейчас далеко, вперед на вот сейчас живи. Поставил компьютер, все так вот, когда вот, понимаете, Нет. Пока отложили на неопределенный срок, но все дубы должны убрать. Ну, потому что они уже старые, при ветреной погоде могут рухнуть. Не вырастут, конечно, но это уже опасно. Всякие случаи были уже. Это такой красивый, правда? Это такой, вы самотек. Не поверит, да? А я-то верю, потому что когда я работаю на этом участке, я знаю, вот здесь 6 утра, а потом должен появиться. Вот пытается сумка вырваться, никак. Еще раз, никак. Вот только с 3-5 раза забрали. И фонтан открылся, и музейщики назвали его солнцем. Логично. Да он еще и вращается. Вот как красиво. Так что Екатерина все-таки отличилась и фонтаном в Петергофе. Солнцем. Вот они коварные стрюки, поступки. Видите, видно? Вот, если бы мы шли в 1, 2 и 3, то нас бы полили. Да, пойдемте вот с этой стороны, посмотрим, там где фонтанчик. Вот. И из этих форсуночек вырываются струйки воды. Мы не можем, у нас ключей нет фонтанных. Но знаешь, где их прячут? Вот в той будочке, у дубочка, где вы бегали.
Ну, вот у меня как-то была семья в Москве. И мальчик ходил, убивал, 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 убивал. Я говорю, ну что сделать? А там, значит, там в центральной части. И хозяин спросил, я не знаю. Я говорю, ну, пожалуйста, заводите, простите, не картошку. Миллионы ступенек распада были расписаны черными и белыми квадратами в шахматном порядке. С тех пор восток стали называть шахматным порядком. По сторонам каскада установлены 10 фигур античных богов. Они выполнены из мрамора, петровского времени и итальянского церкви. Как и другие статуи Ледового парка, культура каскада. Ну, это как бы иллюзия, что там есть премьера, и наверху какой-то там грот какой-то, видите? Вот такая придумана сказка. А то, что Смотрите, что делает эта женщина. Она кружится. Это вертолет.
Может быть, это Юла? Что это такое? Может быть, это инопланетный космический корабль в форме тарелки? Я поймала приход. Может быть, это поймавший приход? Тогда вот так сделай. Так нет, больно же быть. Почему? Не, не падай, смотри, вот так. Ну, как они там? Не-не, вот... Да, я не смогу. Включите меня, это посмотрите. Вы посмотрите, дорогие, уважаемые подписчики. Этот человек просто... Один. Один, это человек. Нет, нет. Не подписчики, подписчик. А кто? Ну, знаешь, наверное, твоя мама. Мам, передаю тебе большой привет. Всего самого наилучшего. Мы гуляем по Петербургу. Мы мокрые, потные, вонючие. Две секунды. Уставшие. Что, две секунды осталось? Все, остальное сторис уже не влезет. Выложишь, только разбить на два. Выложишь другое сторис. Ну, хорошо. Это как вариант. Мне не волнует твой формат. Главное, что я сейчас работаю на камеру, но ты опять снимаешь как будто белочку. Что, она вон тусит. Тём, так это у тебя приход, это у тебя девочка, а не у меня. Нет, у меня морозило. Отмените, что у меня такая прикладка. Видите, что это? Видите, что это?